Вот. Великий обелиск. Все, последняя миссия. Так, опять безголовые. И вот тут, и кстати, заметили, господа, что вот этих вот людей, челиков в зеленой футболке называют безголовые бомбистами, а по идее должны быть гранатометчики безголовые. Ну, это может быть ввиду локализации или их в принципе так называют? Не знаю. Так, сейчас. О, кстати, вот этот вот обелиск, это отсылка к оригиналу второго пришествия. Вот. Да. Вот, Вавилонская башня. Да, Вавилонская башня. Там я, кстати, его один из секретов, вот я вспомнил, как его можно достать по кругу еще раз обойти. Вот, обелиск. Точнее, вот башня. Вавилонскую башню по второму кругу пройти. Вот, так что вот, сейчас нам предстоит по кругу обойти. Вот. Так, ты там где, Вов? Ты направо пошел? Справа там заперта дверь, надо налево. Понятно. Вот, поэтому вот, господа, сейчас нам предстоит немного побегать тут. По часовой стрелке. Если мне память не изменяет, тут тоже свинина будет. Так, тут у нас патроны для Томми Гана. Возьмем. Так, Вов, это... Ты прибежал. Так. О! Тут много маленьких частиц здоровья. Тихо. Я бы на твоем месте пулемет бы не расходовал. Окей. Попользуюсь двухстволкой. Так, тихо. Да ёшкин пень! Ё-моё. Так, да сколько там этих орунов? Да, ай-яй-яй-яй, блин! Ай. Получил? Да. Получи, распишись, как говорится. О, слышишь, Вов? Свинина! Мне кажется, или свинина двигается? О, свинина! Опа, убил механоида. Смотри, как там прошел. Человек. Так, окей. Ай. Так, свинина. Много свинины сейчас будет. Еще шашлык от серьезного Сэма. Да, самый сок это, короче, это как... как называется, блин? Что я ушло за... Ножом. С ножика. Да, да, с ножика. Вот, это уже лучше мертвую свинину. Ай. Шашлык из меня. Да, блин. Ай, блин. Не, по... не получилось у меня свинину ножом покрошить. Да ёшкин пень. Вот упертая свинина. Так, еще свинина. Ой. Так, ну-ка. Отстань. Вот, покрошили свинину. И скелетоны появились.
Так. Слышь, скелетон, куда собрался? Кстати, ты видел видео, которое я тебе вот по моему ГО скидывал? Честные игроки против читеров. Да, видел. И как тебе? Неплохо. Вот. Вот там спидхакер был, вот и станил нас летальным оружием. Вот. Так, ну-ка. Не забывайте, ребятушки, урок по поводу читерства вот в онлайн-режиме. Если читик ты врубил и нечестно победил, можешь смело ты, браток, получить себе враток. Сам сочинил? Не, придумал. Частично скопировал от Донбасса его друга хакера Володи Диктора. Вот, он, они на основе мошенничества сочинили прикольчик, а я потом скопировал частично. Так вот, урок Донбасса и Диктора такой. Если скинчик ты украл и хардбас не станцевал, можешь смело ты, браток, получить себе враток. Вот поэтому отчасти... Я первое время тоже Донбасса смотрел, а потом, когда понял, что как бы чувак просто наживается на подписоте, я что-то как-то переболел. Ты, кстати, где? Да, просто тут надо будет, когда ракетницу возьмем, надо будет еще раз войти в тот сектор, ибо там я секретное сердце видел. Ну, хотя бы один секретик возьмем. Вот. Так, а как нам вообще в этот войти, в сам В храм? Все, Астерикс, Обеликс, Обелиск. И вот, да, пройти по кругу и уничтожить всех врагов. А, и все? Вроде как, да. О, господи. Так, о, свинина. Иди сюда, свинина. На. О, я ножом зарубил свинину. Отстань. Как Аза произносит «отстань», ты мне напоминаешь Ивана Фолиота, его прохождение «Сталкер Лост Альфа». И вот я видел видео, где он смешно погибал от кровососов. Вот. Так, ну-ка. Да сколько тут этих камикадзе? Да сколько тут вас? Так, еще свинина. Скелеты из клира самые писячие противники, ну, лично для меня. Но мне тоже временами не сильно надоедают. Твою мать. Пока ты там веселишься внутри, я тут отбиваюсь от безголовых. Ну и заодно режу свинину, когда она появляется. Так. Тихо. Да сколько тут вас? Да. Так, ну-ка. Так, свинина. Вов. Ау. Похоже, нам понадобится больше газа и больше плит. А то сколько тут свинина, и вот на двух плитах не успеем приготовить, похоже. Думаешь? Возможно, но не факт. О, еще свинина. Куда свинина забралась? Иди сюда. Эй, безголовый, может быть, поможете мне свинину приготовить? А безголовый отвечает, как мы приготовим, мы же безголовые, и у нас рука одна занята. Да. Ага. А зато пилой вместо головы порубите мне свинину. Так, похоже, все. У меня, похоже, веселье со свининой закончилось. Ну, заходи вовнутрь, у меня тут...
Слышу, у тебя там биороботы. Так. Так, окей, ладно. Идемте дальше, господа. Точнее, пока идем внутрь. Там биороботы. Если, насколько, там, по идее, еще ракетница должна лежать, находиться. Я ее уже нашел. Ага. А я пока не подобрал. Ух ты, ёшкин пень. Ой. Да чтоб тебя. Так. Так, я пока ракеты подберу. Я не понял, у меня замечательно, у меня вообще все патроны кончились. Если бы как крутой сэндвич, с крутыми пистолетами. Тактика, бам. Да. Я даже резаться не успеваю, меня просто все. Просто. Меня тоже тут выносят направо-налево. Да, еще скелетоны. В качестве подкрепления пришли. Да тихо, скелетоны, стоп, не все сразу. Да. Так, ну-ка, отлипусь-ка. Вот. Ну вот, а ты боялся, что мы это самое. Чего? Что прохождение будет долгим. Мы только прошлый уровень час, уровень 53 минуты. Так, ну-ка. Бам. Так, где ракетница-то? Что-то я не вижу ее. Она в центре. В центре. Там миди. Да ё-моё. Пришел. Так, вижу ракетницу. Так, бам. Тихо. Эти синие дурачки вышибаются с одного выстрела. Да, я знаю. Но... Так, одну ракету надо бы переберечь. Вот, чтобы секретик достать. Хоть и хотя бы один. Так, во. Еще ракеты нашлись. Так, еще, ребятушки, по поводу шутеров от первого лица. Я бы хотел, наверное, проходить ли мне Wolfenstein. Вот на запись. Вот, а то я вот проходил New Order. И вот, вот неплохо бы еще Old Blood. Вот, это его Old Blood, это официально приквел к New Order. Собственно, что нам тут еще надо? Ничего. Да вот все, мы, похоже, все собрали. Если мне память не знаю, в этом внутри близко секрет, но я не помню, где он. Да ладно, не заморачивайся, мы больше времени на этот секрет потратим. Да, но хотя бы один секрет возьмем, а вот это тот, что снаружи. В виде секретного сердца. Бам. Так, тихо. Бам. Отстаньте, скелетуны. Так. Где он? Секретик. Нашел. Активно секретное здоровье. О, все. Хоть и не секретик, нашли. Будешь сердце брать, Вов? Нет, у меня, в принципе, есть в жизни, поэтому понятно. Вот теперь все, можно спокойно крошить скелетонов. Выносить их ракетами. Они тоже, кстати, вот, как и синие биороботы, с одной ракеты выносятся. Правда, вот с четвертой серии, там можно за серию из ракетных выстрелов сделать.
За один раз 5 ракет можно выпустить. Это помогает. Вот при финальном боссе. В сибирской бойне. Да. И вот еще, кстати, я несколько серьезных фактов. Вот про себя вот установил. Вот связанный с Serious Sam. Так вот. Первый факт — это Serious Sam 4. Это единственная полная игра Serious Sam, где я... который я прошел на максимальной сложности и все секреты нашел. Вот, вот аддонов, вот Легенда Зверя и Светлый Остров — это единственный аддон к Serious Sam, который я проходил и нашел все секреты. Вот. Поэтому вот, господа. Я иду. Так, тихо. Понятно. Так, тихо, сейчас биороботы пойдут синие опять. Бам. Упс. Понятно. И вот я помню, и вот еще вспомнил, вот в первом пришествии, когда мы только подобрали ракетницу, и вот ты говоришь, что ты, я вижу, вообще не церемонишься. Да сдохнешь ты наконец. Тихо. Мы на предпоследней сложности играем. Да, на предпоследней, на крутой. На безумие это было бы. Это была бы полнейшая жесть. Мясо! Сейчас будем лежать свинину. Иди сюда, свинина. Глупая свинья. Саня спец по грилю. Чего? Саня спец по грилю. Ага. Так, тихо, свинина. Камикадзе, отвяжись, я не тебя звал. Так, тихо, ладно. Что ж, один секретик мы нашли. Хоть это тоже хорошо. Так. Я еще подумал, я все ли концовки к зомби Андреасу я заснял? Нет, не все. Еще же концовка Лас Вентураса. Насколько я знаю, концовка Лас Вентураса? Да, концовка Лас Вентураса, насколько я знаю, имеется 7 концовок. Вот, и на картах United Stories одна концовка, и вот спасение. Вот, где вторая волна эвакуации, где персонаж спасается. Вот, а вот на карте San Andreas, там 5 за выжившего концовок и одна за отморозка. Вот, за отморозка, где становишься главарем бандитов, а вот за выжившего там... Есть концовка Нортона, где Нортон тебя вкалывает в тебя какую-то дрянь, и ты становишься вот его подопытным кроликом. Вот. Еще вот помню, вот есть концовка бомбы, где взрываешь весь штат. Есть концовка Содружества Сан-Фьеро, где ты уплываешь на корабле. Ну и вот, и пока последняя доступная концовка — это ООС, которую я заснял. Где-то на вертолете улетаешь вместе с лидерами лагерей в Лос-Сантосе. Ну и вот еще одна концовка, вот Лас Вентураса в процессе. Вот, пока она недоступна, но надеюсь, в следующем билде будет доступна. Если она реально будет доступна, то я в окладке сообщества оповещу подписчиков, что я работаю над ней. Вот, начинаю... завоевывать доверие лидеров лагерей. И... выполняя необходимые условия для получения концовки. Ой. Не знаю, как вам, дамы и господа, а мне вот для меня самая драйвовая концовка — это ООС. Пока что. Я, кстати, отдельный плейлист создал, посвященный концовкам выживания. Вот. Так что... сколько свинины там сейчас будет. Достаем ножики. Мясо.
Так, сейчас погоди, Вов, я возьму патроны и сейчас присоединюсь. Так, свинина. Так. Сейчас еще биороботов вынесем заодно. Понятно. Так, тихо. Торпедой в жопу получил. Да ёшкин пень. И вот еще, дамы и господа, если у вас вопрос, есть ли какая-нибудь игра, концовка которой меня разочаровала, это Bayonetta 3. Концовка этой третьей Bayonetta для меня полное разочарование. Вот что тебя там, что тебя там не устроило? Я 5 лет эту игру ждал, чтобы увидеть, как любимый персонаж погибает. Вот Bayonetta, главная женщина, вот она в аду, в инферно, а Жанна, которая блондинка, она мертва. Ну, все, по-моему, логично. Ну, по сюжету. Да, и вот одна новенькая ведьма, Виола, осталась живая. Вот. Но это еще не конец, дамы и господа, ибо, как сказал главный гейм-создатель вот Bayonetta, Хидэки Камия, он еще не готов распрощаться с серией Bayonetta и готов до 9 игр Bayonetta создать. Поэтому еще есть надежда на то, что наша ведьма вернется. Плюс Хидэки Камия в своем твиттере сказал, что для него концовка третьей Bayonetta не была неожиданной, вот, но похоже, игроки неправильно ее поняли. И вот Bayonetta 4 станет сюрпризом для вас. Так, а что сейчас получается, в обелиск идти? Да, в обелиск. Поэтому вот, господа, ждем Bayonetta 4. Поэтому еще рано на серии Bayonetta ставить точку. Так, скелетоны. Да ты запарил. Так. Да ядрен батон. Тихо. Так, тихо. Да ё-моё, сколько тут скелетик скелетонов. Ой, себя еще подцепил. Я их только сюда в угол садрил и отстрелил. Ой. Так, тихо, так, ладно. О-о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 . Опа, мне дали достижение ракетный прыгун. Да, у меня реально в стиме достижение открылось. Возможно, в видео увидишь. Вот, либо у меня оверлей Steam, вот у меня не скрывает программа. О, пошла жара. Я думал, это уже босс. Не, босс дальше. Тихо. Понятно. Так, еще безголовые пошли. Ой. Да сколько же их тут? Бам. Так, ну-ка. Получай. Да чтоб тебя. Так, ну-ка. Так, тихо. Так, еще хрюкающие подоспели. Так, скелетон. Бум. Так. Так, ну что ж, дамы и господа, прежде чем мы прыгнем вниз, мы тут пока... Вот, пока не прыгивал вниз, давай лучше осмотримся, может быть, найдем что. Угу. Слышу, там лавовые големы.
Блин, вот реально, я вот сколько перестаю, сколько играю, не перестаю восхищаться первым пришествием, вот реально играешь, и антураж реально, вот представляешь себя в Египте, блин. Ну что ж, похоже, ничего нет. Прыгаем, господа. О, там даже низ имеется. О, вот и хнумчик. Так, надо его заманить вот, вот под этот квадратик, который... Вот, чтобы... Иначе пулями против его не победишь. Вот сразу вам скажу. Поэтому надо по-другому его. Вот, надо 4 генератора врубить. И заманить его под... Под этот, под квадратик. И вот, и ракеты тоже против него бесполезны, вот. Сейчас я вам покажу. Так. Вот, и видите, ракеты бесполезны против него. Надо его заманить под этот квадрат. Вот, и тогда его током ударит и, так, и снимет ему хп. Так, Вова, ты играешь... Ты приманку, что ли, играешь? Да. Сейчас вот. Да блин, он отошел слишком далеко, его так не зацепит. Ай. Так, где, да где этот механизм? А, вот все, нашел, нашел. Так, тихо. Да блин, черт. Давай, подходи сюда. Хнумчик. Так, не понял. А, все, теперь понял. Да ё-моё. Чего не бьет током? А, вот все, теперь ясно. Еще 2 механизма на потолке. Вот, теперь все ясно. Так. Сейчас все. Сейчас 4 на земле врубаем. Переключателя. Вот, все. Говно, иди сюда. Так. Так, тихо. Так, так, все, 4 внизу. Точнее, 3 уже включено. Так, надо еще один врубить. Понятно. Тихо. Так, сейчас, сейчас, теперь все, подманиваем, подманиваем его. Вот так, еще один разок, и он готов. Так, все, врубил. 2 врубил. Теперь надо еще 2 врубить. Так. Жалко, выстрелами нельзя вот те же переключатели на земле врубить. Так было бы немного попроще. Так, все, осталось 2 наверху. Так, подманить. Вот и все, готов. Вот, мне нужен отпуск, сказал Сэм. Вот и все, дамы и господа, прошли мы с Владимиром легенду о звере. Вот все, на этом все, дамы и господа. На этом мы пока попрощаемся. С вами были, как всегда, агент Фокс и Владимир и очередной кооператив по серии Сэм. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Не болейте.